последними событиями на ННТ новости Дагестана. В студии Махач Курбанов. И по традиции короткий анонс о том, что вы увидите сегодня. С ветерком к полиции. Поездка молодого человека на крыше авто не осталась безнаказанной. Подробности через минуту. Когда в Буйнакске закончатся проблемы с водой? Все подробности пресс-тура журналистов в первой столице Дагестана смотрите далее. Как-то утром на рассвете заглянул в Гиджукский сад. Там чиновники в корзины собирали виноград. О субботнике в Дербентском районе расскажем в выпуске. Реванш 10 лет спустя. Магомед Маликов одержал победу над американцем Кенни Гарнером на четвертом турнире лиги Universal Fighters в Каспийске. Росгвардейцы совместно с сотрудниками региональных МЧС, МВД, Роспотребнадзора и Минобрнауки завершают проверку готовности образовательных учреждений республики к новому учебному году. Межведомственная комиссия инспектирует системы безопасности и антитеррористическую защищенность школ. Особое внимание правоохранители уделяют состоянию охранных сигнализаций, видеонаблюдения и тревожных кнопок. На сегодняшний день на территории Республики Дагестан функционирует 2511 общеобразовательных учреждений. Под охраной Росгвардии на территории Республики находится 236 детских садов, 199 школ, 40 учреждений среднего профессионального образования, 47 иных и 22 высшего образования. Региональным подразделением ведомства регулярно проводится проверка образовательных учреждений перед новым учебным годом. Помимо подобных целевых межведомственных инспектирований, мы проводим также и внеплановые проверки в рамках своей компетенции. Иными словами, делаем все, чтобы безопасность учащихся была обеспечена 100%. В Махачкале молодые люди с ветерком прокатились на крыше авто. Видео с нарушением правил дорожного движения, заснятое очевидцами, получило широкое распространение. Однако подобные действия не остались безнаказанными. Кульминацией шоу-программы стало оформление административных протоколов. В ходе проведенной проверки сотрудники МВД установили водителя и пассажира транспортного средства. Ими оказались 20-летние жители Буйнакского района. Молодые люди признали свою вину и объяснили свое действие отсутствием свободного места в салоне. По данному видео, которое появилось в сети интернет, что можете пояснить? Сегодня я с Махачкалы на своей машине ехал у себя дома в село. На заднем сидении не было места, из-за этого я решил посадить его наверх. Что можете пояснить по данному видео, появившемуся в сети интернет? Ехали с другом домой, на переднем сиденье были стекла и решил подняться наверх. Буйнакск сегодня и вчера. Каким увидели его журналисты и блогеры в рамках пресс-тура, организованного местной администрацией? Об этом и не только, расскажет наш корреспондент Малика Курбанова. Ей слово. В прошлом году Буйнакск занял первое место в федеральной программе по развитию малых городов в России и получил грант на реконструкцию одного из самых старинных уголков городского сада. Когда-то по этим аллеям и дорожкам гуляли Михаил Лермонтов, Александр Полежаев, Бестужев-Марлинский и даже классик французской литературы Дюма. Здесь искали вдохновение художники Рубо, Лансере, Айвазовский, Горшельд. В скором времени любимое для горожан место прогулок, встреч и воспоминаний станет еще привлекательнее. На сегодняшний день у нас, как вы видите, здесь проводятся определенные работы. На сегодняшний день у нас там невидимые работы проведены уже, инженерные коммуникации проложены, электрические, водоканализационные и тому подобное. Сейчас, в ближайшее время, мы приступим уже к оформлению, то есть установке малых архитектурных форм, потом скамеек, детских площадок для детей, для взрослого населения, досуговых каких-то участков, где люди могут просто прийти под тенью деревьев, почитать книжку, в общем, отдохнуть. Но одной истории, как говорится, сыт не будешь. Одна из насущных проблем города – отсутствие стабильного водоснабжения. Проблеме не один десяток лет. Но с октября следующего года, как уверяют местные власти, каждый дом в городе будет обеспечен круглосуточно водой. Этого дня люди ждут с нетерпением. Строительство новой ветки водовода кардинально изменит ситуацию. Все работы сегодня проходят по графику.
И я думаю, намеченные сроки этот объект будет сдан. Это 2023 год, октябрь-ноябрь месяц. Но решением проладки одного нитки водовода это не решение всей проблемы, сути всей проблемы. Потому что если решать проблему досконально, однозначно надо делать водоотведение, потому что 25 тысяч кубов будет приходить в Буйнакск, но выходит стоков. У нас на сегодняшний день, как и во всех городах Республики Дагестан, нету централизированной системы водоочистки и канализационной системы. Поэтому мы сегодня нам республика предусмотрела деньги на проектирование. Мы объявили торги. Опять победителем выиграла компания, крупная компания, которая сегодня, на сегодняшний день занимается проектировкой очистных сооружений. И я думаю, в ближайшее время, до Нового года, мы закончим работу проектно-сметной документации и выйдем на заключение экспертизы. Буйнакск вода поступает из трех источников реки Апка, Азень, артезианских скважин и Черкейского водохранилища. Особые трудности наступают именно в весенне-летний период, когда жители Черкея начинают полив садов. На трубопроводе производятся многочисленные несанкционированные врезки. В этот период для горожан организовывается подвоз воды, проводятся дежурства на водоводе, а тем временем более 80% это водопровода изношены, и на нем часто происходят прорывы. На данный момент все работы по прокладке водовода Черкей-Буйнакск ведутся без выходных. На участке строительном работает больше 10 единиц техники. Она сосредоточена просто на всей протяженности участка. Длина данного водовода 31 километр 650 метров. Сейчас ведутся работы по разработки котлованов и монтажа железобетонных конструкций. Из этих всех видов работ процентов 30 уже выполнено. Также в городе реализуются и другие федеральные и региональные проекты, среди которых формирование комфортной городской среды, «Мой Дагестан, мои дороги», местные инициативы и другие. Комплекс проводимых мероприятий направлен на улучшение качества жизни горожан и изменение облика города. Малика Курбанова, Нурмагомед Магомедов, ННТ, Буйнакск. В Махачкале в Русском театре прошел заключительный день фестиваля «Голос Евразии». Всероссийский медиапроект был направлен на поддержку инициативы президента по укреплению дружбы и добрососедства между народами России. Для участия в конкурсе в республику съехались телевизионщики со всей страны. Они представили 400 журналистских работ в нескольких номинациях. В торжественной атмосфере жюри подвело итоги. Победителей наградили ценными призами. Церемонию закрытия посетили официальные лица республиканской власти, депутаты Госдумы, а также известные медийные персоны. Близится к завершению и ремонту автомобильной дороги Аксай-Чагаратар-Буденовка. Специалисты усилили основание дорожного полотна, установили водопропускные трубы, укрепили обочины. Также на участке в селе Новосельское появятся три автобусные остановки с павильонами. Кроме того, будет выполнен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки. Следует отметить, что в 2021 году было отремонтировано более 5 километров автомобильной дороги местного значения. В конце сентября текущего года запланирован ввод оставшихся 3 километров. Трудотерапия для чиновников. Масштабный субботник по сбору урожая винограда прошел накануне в селе Гиджух Дербенского района. Каждое республиканское министерство было представлено на мероприятии делегацией из более 10 сотрудников. За день работы они собрали почти 20 тонн солнечной ягоды. Всем вам огромное спасибо за то, что вы сегодня приняли участие в таком субботнике, посвященном началу уборки урожая винограда в 2022 году. Огромное спасибо всем. Тысячи извинений за то, что сегодня вас очередной раз оторвали от вашего отдыха. Но мы переживаем не самое простое время, имеется в виду наше государство. Об этом мы очень много говорим в кабинетах. Аграрный сектор, экономика – это, будем говорить, драйвер всей нашей экономики. Так, Руслан Ильич?
Поэтому, дорогие друзья, будем развивать агропромышленный комплекс, будем развивать село. Напомним, в этом году в Дагестане планируется собрать рекордный урожай – не менее 250 тысяч тонн. Республика, по данным правительства, ежегодно наращивает площади виноградников, а аграрии внедряют новые технологии, в результате чего и увеличивается урожайность. Нокауты, болевые и удушения. В Каспийске завершился 4-й турнир лиги Universal Fighters. Любители ММА увидели 15 поединков. В главном бою вечера в октагон вышел тяжеловес Магомед Маликов, который в реванше спустя 10 лет встречался с американцем Кенни Гарнером. Яркое шоу собрало около 3000 зрителей. В числе них были и наши корреспонденты. Курбан Рагимов о том, как все было. Проход в ноги, контратака и выход на удушающий прием. Легковес из Махачкалы Булач Магомедов празднует 5-ю победу на турнирах UFL. Бой против чемпиона Азии Бабура Абдулазизова завершился во 2-м раунде. В лиге пока не разыгрываются пояса, а Магомедов уже сделал заявку на чемпионство. Настроен был на все 3 раунда, на тяжелых 3 раунда. Честно сказать, ожидал от соперника очень тяжелый бой, потому что я видел его бои, идет до конца, все время как прет на тебя. И поэтому был к этому готов. Но в первом раунде попытался я это сделать, но он еще был свежий и не смог. В втором раунде уже он тоже продышался и получил такой шанс. Упускать тоже не было вариантов. Здесь невозможно было сегодня ошибаться. Выступать на глазах у родной публики – дело непростое. Здесь нет права на ошибку. Первый номерной турнир UFL в Каспийске собрал более 3000 зрителей. Поединки проходят на главной крытой арене республики. Во дворце спорта имени Али Алиева кипит накал страстей. Во время главных боев болельщики обступили клетку живым кольцом. Такого уровня первый турнир для нас в Дагестане. Новая площадка, новые люди. Конечно, были свои сложности. Но как бы ни было, нам удалось... 5 лет в Дагестане видел такого турнира. Обрадовали зрителей, телезрителей, очень много желающих. Значит, и в том числе хороших отзывов, приятных. Местные бойцы болельщиков не подвели. Одержаны победы во всех проведенных поединках. По замыслу организаторов турнира UFL послужат для спортсменов трамплином в крупнейшие мировые лиги. За поединками в зале наблюдали звезды мирового спорта, олимпийские чемпионы и бойцы UFC, а также гости республики. Мы видим начинающий турнир, начинающие бойцы, но этого не хватало для Дагестана, для Махачкалы. Я очень рад, что открыли такую лигу. Я вижу, молодые ребята хотят оставить все в ринге. Я, в общем, очень доволен и было очень зрелищно. Если взять конкретно вашу республику, то никакая Австрия, никакая Швейцария не сравнится. Это тоже очень красиво. А если взять про мероприятие, то я считаю, ваш турнир он набирает большие обороты. И я думаю, в будущем будут очень классные бойцы. Главный кард открывал поединок Расула Магомедова. В первом раунде боец клуба Universal Fighters финишировал бразильца Луиса Батисту и занес в актив 5-ю победу в ММА. Без осечек в профессионалах продолжает свой путь и Ахмед Наби Магомедов. В Каспийске он выиграл свой 10-й бой, но признается, этот поединок выдался одним из самых сложных в карьере. Может, из-за того, что первый раз в жизни доход и 10-й бой, отец первый раз присутствовал как в моем бою, и много родственников было. Я всю жизнь привык как бы драться в Китае с одним секундантом, и как бы это меня дополнительно мотивировало. А здесь все уже родня, все уже вместе, как бы это, чуть-чуть расслабляешься, это быть может поэтому чуть. Мне показалось, что я плохо подрос, а дистанцию особо не чувствовал. Ну, со стороны не знаю, как было. 9-ю победу в ММА одержал Гаджимурат Абдуллаев. Чемпион мира по грэпплингу в своей стихии одолел белорусского бойца Павла Масальского. Поединок завершился в самом начале первого раунда. Я думал, честно сказать, партридж будет завершит, когда он даже прошел. Немного удивил, даже я не думал, что он так в борьбу пойдет. Пошел я, ничего такого удивительного там у него не увидел чуть. Дал ему поработать, и как первую возможность появилось, я завершил бой пойдем. Дальше мы планируем в октябре бой, иншалла, и уже в октябре, ноябре и декабре планируем драться. Я тот боец, который я уже много времени упустил, и сейчас мне надо вот
как вот готов каждый месяц подраться, мне это одно удалось, и у меня это так лучше тоже получается, если я буду чаще выступать. Выход Магомеда Маликова – самое ожидаемое событие вечера. 39-летний тяжеловес из Махачкалы спустя 10 лет вновь разделил октагон с американцем Кенни Гарнером. Бой-реванш продлился ровно 5 минут. Соперники начали с места в карьер, и уже в конце первого раунда Маликов прижал Гарнера к клетке и рассек ему бровь. После перерыва врачи не выпустили американца на второй раунд. Реванш спустя десятилетия удался. Из всех моих боев это, наверное, самый ответственный бой для меня был, потому что ни соперник, ни зал, ни местоположение зала, да. Просто огромное количество людей, перед кем я чувствую ответственность. Эти люди находились в зале, эти люди приложили усилия, чтобы этот бой состоялся. И я крайне не хотел этих людей подвести. Вот единственное, что на меня как-то давление имело. В любом случае, как бы ждали от Гарнера, да, потому что он непредсказуемый и такой боец, который идет до конца. Вот. Мухаммаду я заранее говорил, максимум говорю, он захочет в первом раунде, если у него будет получаться, то как бы стойки нокаутировать. Вот эти моменты нужно контролировать и все. А уже в целом под конец раунда, дальше уже говорю, он в наших руках, потому что видно будет, говорю, как ты говорю, он в любом случае не будет дышать. Следующее крупное событие под эгидой UFL планируется в ноябре. Перед этим организаторы намерены провести еще 2 отборочных турнира. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Дагестанские атлеты выиграли более 40 медалей на всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов. Среди них 13 золотых, 13 серебряных и 15 бронзовых, сообщает пресс-служба Минспорта Республики. Львиную долю из общего числа наград завоевали борцы вольного и греко-римского стилей. Дагестанские спортсмены также взяли призовые места в боксе, самбо, дзюдо, тхэквондо и фехтовании. Дагестанский футболист Магомед Шапи Сулейманов, выступающий за израильский Хапоэль, забил свой дебютный гол. Он отличился на 21-й минуте матча против команды Бейтар, забив со штрафного. После этого команда дагестанского форварда отправила в ворота соперника еще 4 мяча. Напомним, что Сулейманов на правах аренды из Краснодара перебрался в Хапоэль в середине августа. Это все на сегодня. Оставайтесь на НТ, не переключайтесь. Приятного просмотра, до свидания.